Белые воротнички, синяя новая форма и легкое волнение – так можно описать церемонию посвящения в кадеты учащихся средней школы номер 28, которая прошла в музее обороны Брестской крепости. 20 лет назад в школе появился первый кадетский класс. С тех пор его славные традиции продолжаются, и каждый год самые выдающиеся по результатам учебы и поведения пятиклассники приносят сокровенную клятву в месте, где клятва и верность была важнее собственной жизни. У нас в школе более 200 человек кадеты. Ежегодно мы принимаем один класс в кадеты. Вот сегодня принимали 5-й Б-класс. Регулярно мы неделю раз занимаемся с ними, во-первых, по строевой подготовке, для того, чтобы они были готовы. Но строевая подготовка нашей работе – это не главное. Главное в нашей работе – это подготовить людей, которые будут безумно любить свою родину. Мы готовим, в принципе, для того, чтобы они любили и защищали Республику Беларусь. Основная работа, я своим воспитанникам говорю, мы готовимся защищать родину. Лучшие из лучших попадают у нас в состав почетного караула. Буквально в октябре месяце мы несли службу вахта памяти, наши юнармейцы получили отличную оценку. Это говорит о том, что они действительно патриотически воспитаны ребята. В присутствии товарищей, родителей, учителей и почетных гостей пятиклассники принесли торжественную клятву. Хором на земле Брестской крепости сакральные слова ребята произнесли твердо, решительно и с гордостью. Торжественно клянусь перед лицом своих товарищей, наставников, родителей и присутствующих почетных гостей, торжественно клянусь. Глядя на этих ребят, уже с уверенностью можно сказать, что они настоящие патриоты своей страны. И свое звание кадета они будут нести гордо, помогая друг другу и стремясь к успехам. Во-первых, там мои друзья, мне будет там, я считаю, что мне будет там интересно. Не знаю, мне кадетом быть-то почетно. Я хотела стать кадетом, потому что мне мама, когда я была маленькая, рассказывала, то, что кадетами гордится вся школа, то, что они умные, послушные дети. Во-первых, там мои друзья, я хотела защищать родину, стоять за нее. Каждый новый кадет получил персональное удостоверение и погоны. С этой минуты на них лежит большая ответственность за дисциплину, учебу и свои поступки. Василина Бускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.